Марина Лебедева, генеральный директор компании Medina Art и партнер проекта Eco-Design Circle 4.0, считает, что принципы циклической экономики и эко-дизайн полезны для компаний и для потребителей. Сам эко-дизайн, в эти принципы, в эти технологии заложены еще изменения менталитета людей. То есть люди по-другому начинают мыслить. А когда человек начинает по-другому мыслить, он по-другому принимает решения, и, соответственно, он уже не может сделать так же, как и раньше. Не только в России, и в Европе очень трудно объяснить компании, почему она должна потратить на это свое время и деньги для того, чтобы развиваться в этом направлении. Мы не говорим о том, что экология в разрез с экономическими интересами компании или потребителей. Нет. Мы говорим о том, что циклическая экономика дает нам возможность выстроить таким образом бизнес-процессы, чтобы это и не наносило ущерб окружающей среде, и, с другой стороны, было очень приемлемо и полезно, и экономически выгодно компании.